Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. У меня есть для вас информация, делайте с ней что хотите. Тогда бы ты понял, видел, что я не выбираю. Я карту сыграю. Не голосовал за эту карту. Так, сейчас я писаю, давай. Твой трекич. Великим ребятам. А ты базар, а чё мне, кстати, все про базар пишут? Чё за базар? Чё такое вообще базар, ребята? Мне какие-то детские игры вообще выводят. Классный косплей на Хэллоуин. Ладно, промолчу. Как много из вас, ребята, сидит сейчас в костюме? Присоедините, ребят, кто сейчас в костюме сидит и не понимает просто недоумение такое, сейчас стример в костюме не понял. Быстро садился такой, так, так. Опа, а тут нет. А ну тогда кидайте свои косплеи в ТГ. В ТГ, ребят, кидайте последний, допустим, пост туда, в комментарии. Не верю. А вот не верю. Тут сочетается костюм. А что вы думаете, я что ли там без костюма? А трейдер, все понял, ребят. Кто уже поиграл в него? Ну, типа, это норм игра, не норм? Если я гол, то считается, что я в костюме Адама. Ну, если тебе листочек там что-то прикрывает. Я тут пригнал стадо существ. Это мы забираем. Вот бы Куртрусы переделали, и этот спелл, который выкупает, он тоже считался бы в счетчик, и, возможно, бы ты мог получить копию спелла. Имба был у персонаж. Роу, можно действительно роу сделать? Я как раз думаю насчет этого. Просто мне на следующий вопрос, буду я реализовывать или нет подбилку. Давайте роу сделаем. Такой еще чувак. Это классно. Было бы лучше, если мне сейчас дали сразу что-нибудь вроде капли или... не знаю, разведчика, чтобы я мог это дело прокрутить. Продать аномалию еще и забрать потом породу на сдачу. Тогда бы... возможно, получил бы себе еще разведчика или, ну, или капли, что там выкупил. Или же триплет. Чилинг. Элементально. Есть вариант сделать ввап. Вариант с ввапом, но что? Ну, то есть, попытаться себе что-то из троек, да, подоставать. Чтобы с тройки прокали. Элементали 2. У меня это ни о чем не говорит. Ну ладно, все равно пойду, пофиг. Окей. Окей. А, привет, подстригся. Я подстригся. Не, вообще не подстригся. Вот, а подстригся стоят. Ну, кстати, действительно, тематические песенки ставят. Это молодцы, ребят. Вот в этом плане молодцы. Блять, молодцы. Ой, я не ту штуку активировал. Там попросили добавы этот добавить смайлик, как раз. Я его сделал активировать. Ну ладно, он сейчас делает. Так, сейчас там Юпитер, давай твой трек поставим. Что здесь происходит? Вавун. Вавун. Ну, это клип интересно. Клип не смотри, он страшный. Клип не смотри, он страшный. Я теперь буду жестко сидеть, клип столько смотреть. Вот они, я увидел, да, я увидел.
Это он рожа добавил, но я просто... Сделал принять. Что? Уже чуешь... Можно, можно добавить, да. У меня строчки упали. А ты имеешь с этой штуки? Да слышишь, все равно варф нормально. Все равно неплохо влапнули. Внутренник у нас зрит там хоть раз, ну, посмотрим. О, ребят, забал заказал человек, говорит, добавьте, пожалуйста, рожу. Будьте добры, добавьте рожу. Еще порода. Блин, я не особо хочу эту штуку, ну, в смысле, брать такой спелл под эту штуку. Рэндалл. Полка сидуйкаем. Когда будет уличная дота? Блин, пока начнет дота, хотя... Ну, дота можно будет как-нибудь поиграть. Пока у нас по планам что? Сегодня мы пойдем Overwatch играть. Буквально там через час, да? Вечером еще подрублю тебе, пока хз что поделаем, но что не поделаем. Вот, так что вечером тоже приходите. И завтра еще тоже будет что-то. Гуси будут. Гусей будем играть. Да, Overwatch, Overwatch, дай пойдем. С кем Overwatch? Сейчас скажу, ты меня позвали, ребята. Там у нас Вес, Алиска, Космея. Еще кто-то. 99,9, но есть 0,1. Ребята, 0,1. Ладно, это не он. Даже кто его позвал, в смысле, Космея меня позвала. Алиска, как обычно, новичков избивает. В смысле новичков? Там она жесткий, что ли, задрот? Не понял. Это что за инфа подъехала? Вообще это игра, я думал, Ford Attack. Нормально, нормально, ребят. Зато как будет, какой будет клипай, да? Смотрю такие, опа, а Overwatch такие, ничего себе, сейчас зайду. Хочу вам посмотреть, блин, я вам играю, да я играю без стрима. И, кстати говоря, я каждый раз вечером захожу и каждый раз этот попадаю на перезагрузку сервака. То есть там примерно в одно время идет, я примерно в одно время играю. Алиска Киберкотлета, она там топ какая-то Мерси мира была. Блин, я вчера зашел, я скачал, то есть я в последний раз в Overwatch играл, я не знаю, год назад. Я брал алмаз, но вчера зашел поиграть, вот, и после дедлока... Пальцы вообще ничего не помнят. Я нажимаю это, ну, типа, надо спел кинуть. Я нажимаю дедлоки, привык, я 3 нажимаю. Смотрю, ничего не происходит. Где-то через 2 секунды я понимаю, что надо Е нажимать, а не этот, а не... А не всякие там тройки, двойки. Я такой, фак. Еще этот, ну там, есть удар же в этом дедлоке на кьюшку, а это вообще там ульта, то есть тут удар это В. Блин, короче, все там переделано. Надо снова привыкать сидеть. Я брал 2 ежа в Point Blank без мышки, ноутбуки, на сенсоре. Какие 2 ежа это? За Декстер. Какие ежи? Это вообще не про Overwatch. Ты про что-то другое уже говоришь. Можно левелапнуть, кстати? Ребят, го левелапнем прям вот на характере. Вот возьмем и левелапнем. Передел кнопки. Ну я же не буду на тройке. Я просто, ну, для дедлока одни настройки, для Overwatch другие настройки. Это типа нормальные настройки. Удобные. Го, я тоже думаю, го, погнали. Мы не хотим до картофан ставить, мы хотим шестерки лутать. Но другие шестерки. Давай лучше шестерки. Ха! Еще лучше шестерки давай. Ха! Мы в говне. Кто предложил левелапать? Кто это? Кто это был? Кто это был, ребята? Кто это был? Мы сейчас в любом случае много получаем, правильно? Я думаю насчет того, чтобы забрать сейчас симулятор в студика и удвоить высоты. Ну то есть даже не пытаться, не брыкаться.
Или что, или побрыкаемся. Заберем его, и может он что-то где-то уменьшит по дэмэджу. Но мне весь стол помойка остальной. Возможно, мне просто нужно на следующие статы. Сто два, 52. Дуэль роя, не, дорого. Как будто, кстати, могли побрыкаться, нет? Сколько это было бы? 52! Ха! Ха! Подождите, это хорошо. Сколько я здесь получаю? Секундочку, десятку, да? Десятка, это означает, что у кого-то больше 15 здоровья. Рычатки потираю. Ребят, предлагаю распустить слух, что я топ... просто топ. Номи есть. Подожди, я могу Номи поиграть? Go вап, потому что некуда вапать. Есть, ребят, смотрите, портрет сюрпризом. Ну, это, скорее всего, просто правильно. Забрать, не знаю, вавуна золотого. Там, может, какое-то что-то еще на прок. Это комментарий, бла-бла-бла. Но можно Номи забрать. Номи, раз сейчас нуля, начинаю вафать. Возможно, говно Номи. А может и нет. Вопрос делаем? Гономи, ну гономи, хорошо. Я не против, поехали. Let's do it. Будем собирать? Не будем. Можем лучше. Это лучше. Бранза Браут есть. Кого-то пропущу. Это существо как раз пора выгулить. Ну, кого-то разберем. Победил. Ты взял Номи, слушай, Номи молодец. Номи умничка. Ну бафаться и бафаться, пусть бафаться, мы все равно будем. Я сразу реролечка нашел, тем более, кстати говоря. Это тоже замечательно. Смотрите. Пауц. Снова атаку побафаем, ну ладно. Ой, поаккуратнее там, ребята. Допустим так. Ну, допустим, так. Та. Я бы тоже взял это существо к себе. Ну, ладно, продаю. Окей, как пусть я заберу. Заберу как пуся, который боится любой пук-цряк. Своей тени боимся. Морской бриз меня убаюкивает. Допустим. Атаки неплохо. Пожирание.
Лайтоп, поехали. Бердосанчик, здравствуй, здравствуй. Ту-т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 у. Твеки будешь включать или так посидунькаем злой? Да я посидунькаем, нормально ж сидунькали. Да включай, включай все треки. Ладно. Дубль два. Листаю, почему? Хотите что-нибудь? Вообще можно было... Ну ладно, давай так просто сделаем тогда. Допустим, неважно это. А, абсолютно пофиг. Вот это чувствую, вот это тоже следующий поставлю. Да просто другой так играл, я поэтому это думал не прерывать его, пусть доиграет. Никогда не проигрывать. Он, кстати, бьет по 15, там у него две мышки. Не, ну мы его тоже побьем, я думаю. Я думаю, вылетел. Суверен стал, конечно, суверен стал, ребят. Когда-нибудь хочется почесаться за ушами. У меня есть для вас информация, делайте с ней что хотите. Существа не питомцы, но ты все равно можешь их оставить. Я говорю, ребят, делайте с этим право, что хотите. Эти кусают только золотых. Существа не питомцы, но ты все равно можешь их оставить. Мы же подбил, когда мы хотим. На следующий, чтобы у него был шанс, чтобы он не упал. Я его готов собрать через, ну, как маленького. Но для счастья, конечно, конечно, ребят, вот так вот. А да, там... Доброго дня, да? Сколько же оружия, бля. Удивишься, я скажу, что это та же самая. Зачем тот ехал? Трепе дали его. Опять же, устраивает. Более чем устраивает. Вот,
Лев Магадзер скоро 100. Совсем скоро, ребята, будут 100. А ну-ка, проверьте вместе с чатом на пупсик или... Ну, сейчас, подождите. Ну, окей, я пройду. Не, подождите, а там, кажется... Вот эта вот, да, штука на развод. Я никто. Я не только никуда не попал. Я помню, прошлый раз то же самое было. Никто, никуда не попадаю. Как лейт. Ну, вроде было несложно. Я же не пупсик и гандон. Ну, все, получается, мы не пупсик и гандон в какой-то степени. Ну как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.